Лайв-студія на цьому телеканалі. Мене звати Євген Салтан. Вітаю, як і анонсували, найближчі 50 хвилин я буду спілкуватися з виконуючою обов'язки начальника служби у справах дітей Одеської міської ради. У нас у гостях Юлія Нікандрова. Вітаю вас. Дякую, вітаю, що сьогодні ви у нашій студії. І ставимо питання нашим глядачам. Досить провокаційне, але тим не менше. Нікандрова на посаді начальника служби у справах дітей покращить роботу служби або ж взагалі нічого не зробить? Є таке питання, будь ласка, голосуйте, цікаво буде знати, яким же буде результат на самому кінці. І є телефон студії, ви можете телефонувати, ставити свої питання наші гості, є номер вайберу, також можете писати. І є публікація цього ефіру у мене на сторінці Фейсбук, на сторінці Фейсбук Юлії. Під фотографією можете залишати свої питання, такі вже є. Я їх озвучу трохи пізніше. Ну що ж, передусім хотілося б торкнутися мовного питання. Дивився одне інтерв'ю, де ви виступали українською, хоча до цього ви частенько буваєте на цьому телеканалі. Російська мова – ваша рідна мова. Я знаю і українську мову, і російську мову, і англійську мову. Але легше спілкуватися, я думаю, російською. Я можу, якщо так буде краще для вас, розмовляти українською мовою, нема проблем. Я просто до того питаю, чи змушують вас в Одеській міській раді спілкуватися українською? Ні, ніхто не змушує. Якщо ви дивитесь інтерв'ю, якщо ви буваєте на апаратних нарадах, то дуже багато чиновників розмовляє російською мовою. Тобто там немає такого правила, ви повинні або вас змушують. Такого немає. Тим не менше, у цій студії ви можете говорити тією мовою, якою вам зручною, аби поставити питання у цьому. Я готова розмовляти такою мовою. Я не знаю, глядачі нашого міста, вони розмовляють переважно російською мовою, це для кого не секрет. Тому для ваших рейтингів, вашого телеканалу, я готова розмовляти російською мовою. Якщо ви хочете, і це принципово, то я можу казати, розмовляти, відповідати на ваше запитання українською мовою. Для мене... Я вам скажу більше, у нас рейтинг не залежить від того, якою мовою спілкуються наші гості. А ви якось виміряли? Звичайно. Ми тримаємося на першому місці. В цьому сумнівів немає. Навіть більше скажу, коли вели мовні квоти на телебаченні, нас почали більше дивитися людей. Це чудово. Тоді я можу українською мовою, якщо... Давайте тією мовою, якою вам зручно відповідати. Добре. На самому початку покажіть, будь ласка, відео, вираз обличчя Юлії, я так розумію, під час однієї з сесій. Знаєте, можна по-різному трактувати, але перше, що спадає на думку, куди я потрапила? Смотрите, це, звісно, унікальне відео. Я його сама виложила у себе в страничке. У мене дуже люблять мої підписчики в Фейсбуці моє чувство юмора. Я вирішила, що я буду підтримувати, коли вже так за мною пристально слідять люди, общественність, і в тому числі підписчики Фейсбука. Ведь до того, коли я зайняла должность начальника служби по ділам дітей, я активно вела активний образ життя в Фейсбуці. Зараз у мене не завжди вистачає на це часу, але чувства юмора я не лишилась. Поэтому я подумала, ну, раз ногу со временем, и раз уже я попала в очень серьезную организацию, это ничего не означает. И поэтому юморить и шутить я буду в любой момент. Чувство юмора, значит, там обсуждалось... Видео прекрасное. Да. Оператору, который зловил эти эмоции. Это не оператор, это делает Евгений, сотрудник... Он делает прямую трансляцию, да, сотрудник городского совета, он мне отправил это видео, кусочек, я ему говорю, Женя, это просто спасибо тебе за это, людям точно понравится. Ну, знаете, так вот, хотя бы хоть что-нибудь позитивное, потому что редко смотрит народ заседания до конца или еще что-то, но это рабочий процесс, аппаратное совещание, это рабочий процесс. А тут прям, что ж такое аппаратное совещание, вот что. Да, значит, это обсуждался какой-то важный вопрос, и связанный он был... То есть я в этот момент работала, потому что дальше меня коснулась одна тема. И я обратила внимание и так сосредоточенно переключилась от своей мысли на то, что написано было на табло. Ну, естественно, вот эта вот мимика, она сыграла вот так. То есть я такая...
Минуточку, я думала об этом, а это что такое? И так сосредоточилась и внимательно читала. С учетом того, что Боженька меня наделил активной мимикой, ну, собственно, вот я решила ее продемонстрировать всем. Чи багато є питань, яких, ну, ви поки що не, на яких не розумієтеся? Вопросов очень много. Это, конечно, это огромный пласт работы. И работа, люди, которые там работают, они не все знают. И в любой организации ты не знаешь всего до конца. Безусловно, во-первых, в моей организации 83 человека, которые являются моими подчиненными. И каждый отвечает за тот объем работы, за те функции выполняет, которые ему поручены. У него есть должностные полномочия. И там знать всего, ну, невозможно. Это, ну, прям так детально нет. Но что касается меня, я за 3 дня, мне кажется, не то что вникла, я вжилась в свою должность. Причем сегодня у меня было боевое крещение двойное. Первое, я выехала в Киевский райотдел, в который доставили, ну, нашли детей, правоохранителей доставили для дачи пояснений. Вот эти 4 ребенка, как раз они в понедельник, мой основной рабочий день, они как раз убежали. И я поехала к ним на беседу, и у меня есть такие полномочия побеседовать с ними, потому что они являются подопечными одного из моих структурных подразделений. Это первое боевое крещение. Второе — это прием граждан, который у меня проводится раз в неделю, и он проходит 3 часа, он проходит по записи, туда приходят люди с разными проблемами. То, что мы сегодня видим в средствах массовой информации, которая там неприятная ситуация там, в Светанке, приюте, это не моего подчинения приют, я сразу скажу, потому что многие меня тегают, отмечают в социальных сетях, говорят, разберите Светанки. Я много раз говорила, что это областного подчинения заведения, учреждения, и ко мне оно не имеет никакого отношения. К чему я говорю? Есть вещи, которые медийные. Медийные вещи — это вот такие громкие дела, где, как в Светанке, предположим. Или дети, которые убегают, они тоже становятся медийными, потому что это сводка правоохранителей, и ее распространяют средства массовой информации. А вопросы приема граждан, когда кто-то выясняет межличностные конфликты, опека, там, сиротство, родители между собой, ну, не могут выяснить отношения, этого не видно. Это в службе по делам детей это считается обычным рядовым процессом. Но поверьте, то, что я увидела сегодня, я могу резюмировать, естественно, как говорится, я не имею права там даваться подробности, я просто резюмирую. Иногда дети становятся заложниками родительских конфликтов, в которых они не виноваты, но то, что они испытывают в этот момент, это катастрофа. Но люди, которые сейчас смотрят эфир, это не новость, и я уверена, что в жизни каждого человека, если это было не у них в семье, то они были либо свидетелями, либо ну, как бы соучастниками, либо друзья сталкивались с такими обстоятельствами. Это рядовые вопросы. Но поверьте, то, что я увидела, когда детей вмешивают в такие конфликты, и как страдает их психика от этого, психика, об этом не задумывается никто. Я не психолог по образованию, я мама 8-летнего мальчика. И я вам скажу, что есть вопросы, которые можно попытаться решить компромиссно. Есть вопросы, которые невозможно попытаться решить компромиссно. Но надо делать что-то, чтобы от этого не пострадала психология вашего общего ребенка. З важкою темою ми розпочали це інтерв'ю. Очень, но вы меня спросили, насколько я вникла в вопрос. Максимально. Я знаю, що на днях під час одного зі своїх відеовлогів ви так проїхалися по деяким засобам масової інформації, які викривляють цю інформацію, або не досконало вивчають. Я зробила замечання ряду інтернет-изданий, які опублікували, що світанок, що діти убіжали із світанка. Проїхалася, я нікого не називала, от мені, наприклад, мій колега Вадим Тютюкін, от його журналісти позвонили мені і уточнили всі подробності. І написали, ну, вони позвонили і уточнили у мене всі подробності. Але коли кажуть, що 4 дітей вбіжали з приюту світанок, ну, приют світанок не мій. Понимаєте? Ну, то есть, це як би, він не мій. Ну, від того, що так написали... Ну, это такая элементарная вещь перепроверить, и я сделала замечание.
Я сама была журналистом. Це величезна біда, насправді, Юлія. А то, что кто-то обижается, это же репутация, репутация медіа в первую очередь, понимаете? Это не моя репутация. Чому ображатися? Здається, на першому курсі вчать перевіряти інформацію треба з декількох джерел. Я розумію, що зараз все дуже швидко змінюється з кожною секундою, і не завжди є цей час. Я об'ясню вам ще один повод, чому я це зробила. З учетом того, що на сьогоднішній день інформаційне поле в місті Одесі, в Одеському регіоні натягнуто як струна, и мы все стоим на защите детей и средств массовой информации, в том числе, потому что ну, мы все люди, ошибиться в каких-то элементарных вещах, это, ну, это вообще не надо этого делать. Главное – вміти визнавати свои помилки. У нас є дзвінок глядача або глядачки. Вітаємо, як вас звати. Вот Татьяна, и я знаю Юлию как журналиста, и я очень надеюсь, что с приходом Юлии изменится коренным образом отношение к детям. И я единственное не могу согласиться с Юлией, когда она все время повторяет, что Цветанок не мой. Цветанок наш. И все дети, которые в Цветанке, во всех этих приютах, во всех, это все наши дети. И то, что происходит в этих приютах, и то, что происходит вообще в этих детдомах, это катастрофическое положение. Просто катастрофа, как относятся к детям, как дети там оказываются, в каком они состоянии рабов и заложников. И это на протяжении очень многого времени. И я очень надеюсь на вас, Юля, что вы через призму своего ребенка, что вы поймете, что не дай бог, и вам даже в страшном сне такое не может представиться, чтобы ваше дитя, не дай бог, попало в один из этих приютов, вы будете каждому, к этому ребенку относиться как к своему. И поэтому вы сделаете все возможное, чтобы у нас не было слесранков, чтобы у нас не было этих ужасов, а я слышала Шария, которая рассказывала за Светанок. Это голос дыбом, и то, что у нас в области творится, и то, что у нас отношения, а вы знаете, о цивилизованности государства судят по отношению к старикам, к детям и к животным. Во всем мире так судят. Отношения, а как у нас, посмотрите, это касается каждого, когда закапывают, дают закапывать новорожденного ребенка. Вот, это кошмар. Юль, я на вас надеюсь. Спасибо. Дякуємо вам. Дуже непросту тему ви піднімаєте, але це обов'язки Юлії. Я думаю, ви вже починаєте звикати до такого. До чого? До таких ось криків душі. Я благодарна, що є люди, які висказують мені підтримку. У мене були такі ситуації, коли мені сочувствовали. Ми тобі сочувствуємо, що ти согласилась на таке предложення. Мені було це неприємно слышати, тому що люди, які... Или они должны уточнять, сочувствуют чему? Тому что я окунулась в бюрократическую работу, окей. Сочувствуют то, что я буду работать с проблемными ситуациями, где касаются дети, не надо мне там сочувствовать. Я искренне пришла и согласилась на такую тяжелую работу, потому что я действительно хочу помочь. Я хочу быть полезной. Поэтому, когда говорят мне про сочувствие, я прошу уточнять, чему конкретно сочувствуют. Кредит доверия, который мне высказывают люди, которые меня знают там по Фейсбуку или лично, и говорят, дай бог, чтобы у тебя все получилось, мне становится приятно, это мой бензин. Когда я говорю, что Светанок не мой, это не значит, что я открещиваюсь от всех детей. Есть какие-то полномочия, так как я не депутат, не популист, не общественный деятель, и я государственный служащий с 1 числа, и с 1 ноября, и есть полномочия какие-то мои, и повесить, ну, в таком случае на меня надо повесить детей всего мира, включая Африки, и сказать, ты теперь отвечаешь за всех детей. Я люблю всех детей мира, но я не несу за них ответственности. У меня есть набор моих функций, полномочий, прав и обязанностей. И я могу отвечать только за тот объем работы и возложенных на меня обязанностей, которые прописаны, четко прописаны. И как, ну, мне искренне неприятно то, что произошло в Светанке. У меня есть учреждение, центр реабилитации, который в народе называют приют на Терешковой. Он называется центр реабилитации, социально-психологической реабилитации детей, и подчиняется службе по делам детей Одесского городского совета. Это как раз вот то учреждение, в которое попадают дети в разных ситуациях. Но
туда попадают дети, не только, как многие представляют себе, что они из неблагополучных семей, это наркоманы, алкоголики там, и так далее и тому подобное. Туда попадают часто дети из очень приличных семей. Из очень. Просто родители не в состоянии справиться. Либо есть дневная форма посещения этого реабилитационного центра, куда родители на какое-то время приводят детей. Ну, там есть ряд, ну, как, будет отдельная программа, я там, если будет, это очень такой тонкий вопрос, когда они приходят туда совершенно не потому, что ребенок плохой или хороший, потому что так надо. Ну, такая есть необходимая процедура. И там первая и главная задача – работать в направлении социально-психологической реабилитации. Туда не приходят просто так. А когда приютом он был когда-то, теперь у него функционал немножечко другой. И я вам скажу, для того, чтобы это будет одна из моих функций, я третий день сегодня, для того, чтобы общественность и люди знали, как работает эта организация, что там происходит, будут привлекаться средства массовой информации к этому вопросу. Завтра у меня будет большое мероприятие, круглый стол, который я инициировала. На него я пригласила, ну, во-первых, я его главенствую, назовем это так, во время этого круглого стола, то есть так как инициатор. Туда приглашены общественные организации, благотворительные организации, правозащитники, активисты, они не любят этого слова, группа защиты прав детей. Зою Мельник я пригласила. Я пригласила Дмитрия Ревуна как заступника ювенальной превенции, его руководителя, для того, чтобы мы вместе обсудили стратегию, чтобы такие ситуации, как Светанок, не повторились. Я вам объясню. Многим кажется, что судьба детей зависит от конкретно взятых людей, от какого-то конкретно взятого человека. Да, в первую очередь она зависит от родителей. Когда нет родителей, появляются те, кто выполняют функцию родителей. Опекуны. Либо, если это сироты, значит, у них появляются новые родители, которые приходят усыновителю дочерить. Когда дети оказываются в сложной жизненной ситуации, есть такая группа населения, группа детей, вот там, сложно жизненно обставлены, сироты, лишенные родительской опеки. Разные категории, разные проблемы. Но надо понять, что если кто-то критикует и не предлагает, не конструктив. Если кто-то работает, но чиновники на своем уровне притормаживают эту работу из-за бюрократических проволочек по их вине, притормаживается работа. Если в реабилитационном центре люди не выполняют свои обязанности должным образом, если не проводится реабилитация должным образом с ребенком, это весь процесс затормаживается. Если родители, которые есть у этого ребенка, которые направили этого ребенка, которые знают, что ребенок находится там, не выполняют свою функцию родителей, потому что они не лишены родительских прав, ничего не будет происходить. Это большая работа большого коллектива. И когда все это разламывается, а называется все «давайте сядем и вместе поможем», потому что видите, что по факту происходит? Вы видите, мне говорят, вы видите, что по факту происходит? Все не работает. Я говорю, а что мы с вами сделали, чтобы это работало? Давайте трохи пришвидшуватися. Є багато питань у мене. Є ось надходять питання і на Фейсбук. Станіслав Ілляшенко, я думаю, ви знаєте. Я думаю, ще познайомитися, Станіславе. Відомий волонтер, який опікується питаннями стосовно дітей. Ось він ставить своє питання. Задайте питання стосовно дітей-сиріт, особливо тих, хто зараз давно стоїть на обліку квартир та кому більше, ніж 23 роки. Чи будете ви вирішувати ці питання? Конечно. Дело в том, что есть, во-первых, облик квартир и вообще майно детей, это для меня одна из важных вот таких вопросов, на которые, когда я шла, я изучала внимательно эти все темы. Когда ребенок по каким-то причинам остается сиротой, но у него остается за ним имущество какое-то, важная часть — сохранить это имущество за ребенком. Вот это прям
принципиально важно. Для того, чтобы однажды ему не пришлось встать в эту глобальную очередь и, возможно, никогда не получить свое жилье, потому что очередь исчисляется там какими-то невероятными цифрами. В городе существует такая программа. Это программа, разработанная службой. Я вам рассказываю то, что в наследство мне досталось. Которая направлена на то, чтобы дети-сироты получали жилье. Мы службой не покупаем жилье, мы не располагаем этими финансами. Это происходит, закупает УКС, управление капитального строительства. То есть процедуру эту всю по квартирам выполняет УКС. Наша задача подобрать, детей, подобрать семьи, если там есть отдельная категория людей, кроме богатодетных, для того, чтобы дети получили свое жилье. То есть мы контролируем. То, я не знаю, там уточнить, я попытаюсь ответить правильно на вопрос поставленный. Я понимаю, что человек хочет... Давай это так, сделаем. Я понимаю, о чем... Там очень серьезные направления в этом. Давайте я скажу то, что хочет человек услышать. Моя задача, чтобы сироты, за которыми закреплено жилье, чтобы они его получили, чтобы за ними сохранилось это жилье. Я думаю, що Станіслав Ірошенко обов'язково потрапить до вас на прийом, і там вже можна детально говорити на цю тему. Ми все ходимо навколо служби, яку ви нещодавно очолили. Тут цікавий саме сам процес. Хто запропонував очолити службу? Одеський городський голова Геннадій Труханов. Тобто особисто вам зателефонував? Розкажу вам історію, як це произошло. Значит, он предложил мне. Как это все произошло? Я помню такой пост в Фейсбуке, по-моему, то ли с Локтионова, изъятие девочки Леры. Знакомая всем история в школе. Значит, и у меня в комментариях, по-моему, пришла Анна Позднякова. Пришла, написала пост, что вот, не пост, комментарий, о том, что было бы хорошо, вот если бы ты возглавила эту службу. Мне часто, мы с Анной не знакомы были так лично в отношениях, и я это восприняла просто, несерьезно. Я думала, это шутка, это сарказм, потому что я критикую, я обычно вмешиваюсь в темы детей. Я думала, что это сарказм в мой адрес, я подумала, что это шутка, скажем так, для красного словца. Потому что обычно, когда критики приходят, им говорят, предлагай. Иди и делай это в должность. Вот как я это восприняла. Проходит какое-то время, и я понимаю, что рассматривается кадровый вопрос. Я понимаю, что там вопрос с Дамаскиной, предыдущим руководителем, он там рассматривается, что уже там были претенденты на должность начальника службы, рассматривается. И прозвучала моя фамилия. И... мэр Одессы, он сразу сказал, Никандрова, приглашайте Никандрову. Если Юлія Никандрова согласится, я буду только рад. До цього, які були взаємовідносини з Геннадієм Трухановим? Я Геннадія Леонідовича знаю ще, коли він був депутатом Одеського городського совєту. Я ж у журналістиці мільйон літ. Я його знаю ще депутатом Одеського городського совєту, я там не уточню там час. Вот. І я знаю його з тих пор. Потім... какие видносы. Я очень часто посещаю огромное количество мероприятий, и в социальных сетях у меня очень много селфи, сделанных с мэром, потому что он знает меня лично, исходя из моей журналистской карьеры. Еще оттуда. То есть у меня всегда был доступ, я очень наглый журналист по своей натуре и, в принципе, по профессиональным качествам. У меня никогда не возникало вопросов, если мне надо было взять интервью у мэра, меня ничто не могло остановить. Ни предыдущего мэра, ни пост предыдущего мэра. Для меня наглость, она всегда меня кормила, назовем это так. Поэтому я запомнилась. Дивіться, наглість – це, звичайно, одне, але Геннадій Труханов не дає інтерв'ю тим журналістам, які не будуть влаштовувати теплу ванну для нього. Я не знаю, в связи с чем кому-то он не дает интервью. Мне давали интервью, пока я была журналистом. Я повторюсь, я знаю его еще со времен депутатства в городском совете, со времен, когда он был народным депутатом Украины.
И у меня никогда не было никаких проблем. Потом, когда я возглавляла пресс-службу юридической академии, народные депутаты очень часто проводили совместные мероприятия, так как я была в пресс-службе, для меня доступ к депутатам был прямой. Общее мероприятие, это все было в моей компетенции организовывать, поэтому я могла позвонить любому депутату, неважно каких советов, Верховной Рады, местных советов, и поговорить. То есть они меня знают лично и последовательно. Окей, из особистых питань. Телефонували Геннадію Труханову? З особистих. Треба було вирішити, я не знаю, якусь питання, проблему. Нет, у меня такого, я такого никогда не делала. Пам'ятаєте той скандал з чорною касою Одеської міської ради? Моя любима тема. Так. Ви також були в цій чорній касі. Але знаєте, це був інтересний такий момент, тому що я ніколи не працювала офіційно в міському совєті. И я, когда опубликовали этот проискурант, или как она называется, черная касса, амбарная книга, да, я крайне удивилась, потому что я шла в разделе СМИ, по-моему, которым платили деньги. И все, что меня во всей этой истории оскорбило, 10 тысяч гривен. Я думаю, все, я же пиарщица, я же, то есть человек-профессионал в направлении масс-медиа. И для меня это была катастрофа, потому что, что же обо мне подумают 10 тысяч гривен. Да, и мне было очень смешно. Я понятия не имею, как я там оказалась. Но меня ужасно это зацепило, особенно цифра в 10 тысяч гривен. Ну, то есть, как я там оказалась? Почему там была такая цифра? И кто туда меня внес? Дивіться, є така практика, коли міська рада проплачує ЗМІ, аби вийшов той чи інший матеріал. Офіційно в СМІ я не работаю с 2015 года. Я не являюсь журналистом какого-либо издания с 2015 года. Последний раз я занимала должность директора, генерального директора телекомпании «Академия» при юридической академии. Вы знаете, да? Вот. Поэтому как меня причислили к СМИ, и я понимаю, что вы хотите меня спросить, для меня это загадка, потому что я не СМИ. Ну, то есть, я понимаю, что такое блогеры получают... Чекайте, так можно, звичайно, там накатати пост в Facebook комплементарно. А это очень... По отношению до Геннадія Труханова, это очень удобно. Это очень удобно сделать такую вещь. И по логике вещей, в принципе, это может совпасть. Но с учетом того, что мой Facebook это очень неоднозначный, на тот момент, пока я не стала чиновником, очень неоднозначное средство массовой информации в социальных сетях, назовем его так, да, мой аккаунт, он очень специфический. Пиарится в моем аккаунте, зная о том, что я барышня, которая может позволить себе красное словцо, позволяла себе красное словцо. Я не думаю, что это прекрасный рекламный щит для этого. Красное словцо по відношенню до міського голови часто лунало від вас? Вы имеете в виду маты? Не маты, критика. Я критиковала. Было такое время, когда я критиковала, и это было связано, по-моему... Скажу, с вакцинацией. Допуск школы, вот эта вся история. Это касалось управления образованием. Это было несколько лет назад. Вот тогда, да. Но не міського голови, а структуры. Потім вам дали ці 10 тысяч гривен. Да. Критика припинилась, я жартую. Действительно. Как я говорю, мне платят 10 тысяч гривен, поэтому я по 8 раз в году путешествую по миру. Я до того питаю, ну вы же понимаете, не может быть дыму без вогню. Ну, звідки взялися саме? Понимаете, такая история, Евгений, такая история на заборе тоже пишут. Для того, чтобы репутацию человеку на сегодняшний день испортить, для этого много чего не надо на самом деле. И... доказать обратное невозможно, но доказать то, что я получила эти деньги и имела к этому отношение, также невозможно. Это просто Никандрова в чьем-то прейскуранте. Там может быть Моника Белуччи, Том Круз, кто угодно, что они получали 10 тысяч гривен или 10 тысяч долларов. Этим людям надо доказывать, что они не получали эти деньги? Ну, то есть меня просят сделать, докажите, что вы не получали, докажите, что я получала. Ну, то есть я — это надпись на заборе. Мне, я не планирую оправдываться. Мне, я вам рассказываю, как есть. Выводы делают люди, которые смотрят. Как кто хочет, тот и верит. Есть такая поговорка у Черчилля: чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Я могу кому-то не нравиться и сказать, ну я так и знал. Я кому-то нравлюсь и думаю,
Ну, с кем не бывает, подумает мой как бы человек, который меня любит, да? Вот все зависит от личного отношения. Кому-то это в копилку, кому-то это ничего не будет означать. То есть тут не о чем говорить. Это надпись на заборе. Окей, на цьому ставимо крапку. Зараз ви у команді Геннадія Труханова. Да. Не за горами у нас вибори. Да. Чи означає це, що ви будете йти на місцеві разом з Геннадієм Трухановим? Разом як? Політичні сили, я не знаю, радницею Геннадія Трухановим. Ко мені я не можу радницею бути нікого, тому що я працюю в службі по ділам дітей. Ви знаєте, там такий об'єм роботи, що ще кому-то щось радити, ну, я зараз психологічно не готова. Депутати віддовіряють ділам. Мені не поступало таких пропозицій. Якщо будуть такі пропозиції. Ви знаєте, я к політиці очень сейчас, в даний момент, отношусь очень специфічно. Я не знаю, потяну ли я. Если мне предложат политику, я такое предложение рассмотрю. Но все будет зависеть от того, потяну ли я это физически, морально, эмоционально и нравственно. Понимаете, о чем я говорю? Нравственно. Я не могу дать оценку никакой политической силе. Я являюсь государственным служащим. Вы хотите меня сейчас подогнать под то, чтобы я сейчас превысила свои должностные полномочия? Нет. Я их не превышу. Я не буду оценивать никакие политические силы в Одесском городском совете. Это не моя прерогатива. Я не имею на это никакого права как госслужащий. Мои симпатии на посту государственного служащего являются моими симпатиями на кухне дома. Поэтому предложат ли мне идти в политику, я подумаю об этом. Но это ничего не означает. Так, але симпатії до довіряти ділам є у вас, як політичної сили? Я вам ответила только что выше на этот вопрос. Я не даю никакие оценки, симпатизирую ли я или не симпатизирую. Это оценка. Вы хотите, чтобы я оценила. Я не буду оценивать симпатии. Не буду. Это оценка. Тут, знаете, больше хотелось почути оценку, как от певного журналиста. Нет, я не журналист уже, к сожалению. Уже не журналист, але я, к сожалению... Від того, що журналіст. Нет. Я, к сожалению, не могу. Я колышний, потому что я ныне є чиновник. Это вот когда я буду колышний чиновник, тогда мы с вами поговорим обо Знаете, всем. За що я не люблю інтерв'ю з журналістами? Ну, неможливо їх розкосити. Насправді, я до чого просто питаю, ви знаєте, який є зашквар до партії «Довіряй ділам» в Україні. Проблеми партії і конкретно взяти Але людей. Ви не сказали, що я являюсь командой мера Одеси, одеського городського голови. Його політичні вопроси – це вопроси одеського городського голови, которым я не как политика в данном случае, при всем при том, что ну, я не имею к этому вообще никакого отношения. Вы пытаетесь меня сравнять команду мэра как мэра и его политических каких-то движений. Это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Я отношусь к команде мэра Одессы. Тоді питання, як ви оцінюєте роботу команди мера за останні дні? Ніяк, я не можу оцінити, три дні працюю в своїй должності. Ви прекрасно бачили, як працює, де недопрацьовують. Где бачила? У себе в службі? Як журналіст, Юлія. Я вже не журналіст. Ви були фрілансером? Була. Ну? Я вже з 1 ноября... Питання ставлю по-іншому, як громадянинка Одеси. Як ви оцінюєте роботу команди Геннадія Труханова? Давайте я вам скажу на уровне службы по делам детей. Хотите? Я хочу почути, как вид звичайно. Не могу. Вы меня пригласили сюда как выполняющего обовязки начальника службы по делам детей. Я буду говорить как начальник службы по делам детей. Коли в мене буде ефір як громадянки Одеси, я прийду як громадянка Одеси. Но такого ефіра, ну, я не помню такого ефіра на вашем телеканале. Тоді, аби поставити крапку в цьому питанні, оцінити на уровні служби? Ні, абсолютно. Очевидно, що буде Геннадій Труханов балотуватися на новий термін. У цьому ви будете його підтримувати? Як я можу підтримувати? Ви знаєте, да, що чиновники – це використання адмінресурсу. Як я можу підтримувати політику? Ви недооцінюєте свої соціальні мережі. Послухайте, у вас багато підписників. І що? Вже за рахунок цього можна Помните, я вам 15 минут назад я вам розказала о том, що моя соціальна сеть є далеко не найкращою рекламною площадкою. Но меня люди... Мне кажется, это абсолютно неправда, социальный... Юля. Вас вот, читают. Вот. Теперь внимание. В социальной сети, на моей страничке в Фейсбуке, не Инстаграм у меня для красоты, Фейсбук, люди любят меня. И меня
Люди во многом иногда со мной не согласны. И когда я что-то транслирую, я это делаю ради себя в первую очередь. На сегодняшний день страничка в Фейсбуке моем в социальных сетях не может быть такой, как была прежде. Потому что я теперь являюсь образцом. Понимаете? То есть использовать меня, ту Юлю Никандрову и эту Юлю Никандрову, но я, не, хотите проще скажу, как пиарщик, это неэффективно. Чем разница, в чем разница между тією Юлией Никандровой и нынешней? Если хотите простым примером, вот красное словцо, я не имею права позволить себе из этических соображений. Із етичних впервых. Але свої пости, які були до цього зроблені, ви не видаляли. Конечно, тому що тоді я ще не була чиновником. А повірте, ось, 13 вересня. Я попрошу вас зачитати, але без тих слів, які тут закреслені. Давайте. Окей? Я думала, що дно вже пробито, а не пі. Оно закольцовано. Просто пі-дікарі. Дуже надіюсь, що ряд чиновників вже скоро радісно зареєструється на сайті work.ua. Так. Тобто таких публікацій, по суті, ну, ми зараз не побачимо, ви не маєте. Спі, спі. Ні, ти чого так, я думаю, я любила ваші дописовщі? Знаєте, я коли-то була у вас на ефірі, по-моєму, во время виборів, коли у нас були місні, коли були вибори в Верховну Раду і вибори президента, я пам'ятаю, я була в цій студії, і... Кстати, эфир как раз, вот большая студия была. И я сказала, что для меня чиновники, для меня государственные служащие и политики, которые в Верховной Раде, являются образцом для населения. Они должны подавать пример людям, что мы живем в цивилизованном обществе. И дела чиновников и политиков в том числе, это... Тот самый пример, когда люди смотрят и понимают, это можно делать, это нельзя делать. А он же, ему можно, почему нам нельзя? Понимаете, о чем я говорю? Если я буду себя вести каким-то ненадлежащим образом, вы сейчас, знаете как, вы взяли эту публикацию, она на самом деле безобидная, по большому-то счету. У нас вся страна позволяет себе дома выругаться. Я ее взяла лишь потому, что я такие слова, и я трохи... Там такого много, я ничего не удаляла, я абсолютно открытый человек, в смысле все удалять. Я тогда была я, ну, Юлия Никандрова, блогер. И я на сегодняшний день не блог... У меня очень хорошая благосфера, я ее пользуюсь благодаря, в том числе, для помощи в своей новой должности. То есть... Мои подписчики, моя раскрученная страница в Фейсбуке на сегодняшний день является мощным средством массовой информации, независимым. Я использую его исключительно для, на сегодняшний день, для информирования общества о каких-то событиях, которые происходят в моей службе. Я, ось тут дуже цікава фраза. Датовано 13 вересня. Я дуже сподіваюся, що ряд чиновників скоро будуть реєструватися на сайті Vogue.ua. Я не пам'ятаю, к чому я це писала. У мене вже по 5-10 публікацій. Там був скандал, пов'язаний з чиновницею, але не в цьому суть. Через півтора місяця ви самі стаєте чиновницею. Да. 13 вересня. Були вже певні думки, що ви можете стати чиновницею? У меня думки на этот счет были очень давно. То есть я чиновником, у меня были предложения много лет назад пойти в государственную службу. Я даже сейчас не вспомню, куда. Коллега меня приглашал идти, такое простое что-то, оргодел, вот такое начать. Хочешь попробовать научиться там документооборот? И мне было так неинтересно, я люблю журналистику, искренне люблю и использую сейчас свой опыт в работе в том числе. К чему был вопрос? О том, что думала... А, думала ли чи я на то... Чи вже тоді ви знали, чи, можливо, знала ли, что я меня назначат? Можливо, вже ходили так, певні розмови. Назначат на службу по делам детей? Так, так, так. По-моему, я вот сейчас точно не скажу, публиковали ли тогда вот этот комментарий Анни Поздняковой. Вот я не помню. Я не скажу, вот действительно не вспомню сейчас. Я об этом вообще не думала. Вот так, чтобы я шла и думала. Вчора у вас був відеозв'язок зі своїми дописувачами. Я скажу, багато людей вас дивляться, багато людей коментують. Це до того, до чого я питав раніше. Угу. Дайте, будь ласка, один фрагмент зі вчорашнього стріму Юлії Никандрової. У меня просто к концу рабочего дня, мягко говоря, едет крыша. Вы должны объективно понять, несмотря на то, что там есть миллиард хейтеров, рассказывающих, как правильно мне надо жить, хейтеров, я подчеркну, хейтеров, да, которые вместо конструктивных предложений занимаются троллингом. Но это их работа, я понимаю этих людей, поэтому если их работа отрабатывать какие-то вещи, то
Ради бога, я никому не мешаю. Я все прекрасно понимаю, умею анализировать ситуацию. Да. Тут питання, хто ж веде проти вас інформаційну війну? Да кто угодно. Во-первых, ой, ну вы прям так сильно, ну так преувеличили информационную войну. Нет. Хейтеры — это люди, которые в эту категорию людей попадают кто угодно. Люди, которые меня не любят просто потому, что я родилась. Я же не могу отвечать за психику разных людей. Люди, которым не нравятся мои волосы, мой внешний вид, людям, которым не нравится, как я разговариваю. Может быть, я, там, не знаю, где-то мы с ними не сошлись в каких-то мнениях. Это огромное количество групп людей, которым я могу не нравиться. Поэтому кто развернул на меня информационную войну? Никто не развернул против меня информационную войну. Если вы изучали информационное поле в день моего назначения, 99% информационного поля среди ресурсов интернет-изданий написали хорошие вещи. Ну, то есть там не было такого «та-та-та-та, назначили скандальную та-та-та-та». Там не было негатива. Информационное поле было заполнено позитивом. Зато ко мне приходили хейтеры в комментарии, обезличенные, аккаунты созданные пустые. То есть мы сейчас будем делать ликбез по СММу, по пиару. Хорошо, окей, я готова, я профессионал, я преподавала. Пустые аккаунты — это люди, которые однодневку создают для того, чтобы прийти и написать мне гадости. Вот хейтеры, тобто, я к ним обратилась. Атака цих хейтерів сталася вже після того, Їх очень мало було. Они всегда в моїй жизни були. Только у них тепер ще більше повода появилось. То есть так они мне писали: "Ой, опять заработала і полетіла отдыхать в Індію", ну там і свої какісь такі гадості. Тобто надійшов кеш через 10 000 гривень. Ой, і это, ну, кстати, я про это мало чого читала, или я просто не попадала на вот эти вещи, про кеш 10 000 гривень, я не такая важная персона, чтобы меня там усолить. Там много других фамилий было, поэтому коль я пришла к вам, а не те люди, которые там фигурировали, то окей, поговорим про это. Я к тому, что тут появился хороший повод снова напомнить о себе, и вот они снова пришли. А некоторым и повод не нужен. Они поднимают какие-то мои старые фотографии и под ними комментируют, какая я некрасивая, например. Ну, смотрите, стосовно пиару, ну, є такі розмови, я не буду стверджувати, але ти не бачиш, що ви є піар-менеджером Геннадія Труханова. Я чому ставлю? Очень хотелось бы піар-менеджером быть Тома Круза, конечно же, мне лично. И Джерарда Батлера, если вы следите за моей страничкой в Фейсбуке, там бы я бы и волонтером пошла, и без зарплаты. Я не являюсь піар-менеджером. Юля, я чому питаю? Є такі розмови, я питання вам ставлю, ви або спростовуєте, або приховуєте. Журналістика – це не використання слухів в цілі. Ну, окей, я вам відповідаю, я не піар-менеджер. Кажуть люди, оце корона фраза журналіста, знаєте? Люди кажуть, ну ми ж з вами не бабушки на скамейці, условно, да? Ми не можемо в журналістиці, коль ви напоминали мені про мою професію, журналістика так застроєна, що збирати слухи можна тільки в випадку, якщо вони допомагають журналістському розслідуванню, і потім це підкріплюється какими-то фактами. Я отвечу на ваш вопрос, я понимаю его. Я не являюсь пиар-менеджером Геннадия Труханова. Ось, зафиксували. Такі питання, моя особиста точка зору, такі питання треба ставити. Тому що зараз ви не відповісте, завтра підуть далі і далі. Треба, это ж вам рішать, треба чи не треба. Окей, ви спросили, я вам ответила. Это ж не какая-то глобальная тайна, это очень простой вопрос. Якби я спитав, сказала, я не хочу відповідати, тоді тут можна було б знайти певні роздуми. Окей. Щодо вашої біографії, я так розумію, ви самі її писали, на одному з сайтів я знайшов. У школі була відмінницею, тому любов'ю однокласників не користувалася. Це ваші слова, так? Через серйозну зіркову хворобу і підвищену балакучість освоїла другу найдавнішу професію. Вийшла заміж за телебачення. Эта биография была создана для одного из тренингов креативных, в котором я выступала спикером. Меня приглашают часто проводить различные мероприятия, где попросили очень креативненько себя характеризовать. Вы можете себя характеризовать как-то креативненько, но чтобы людей заинтересовать. Я придумала вот такую вот биографию для того, чтобы люди ее дочитали до конца, как минимум. Зерковая хвороба была? Знаете, я с детства мечтала быть актрисой. Это была моя голубая мечта.
Но так как это было невозможно реализовать, мне предложил наш коллега с вами, оператор телеканала «Интер», одесское отделение. Он говорит: ты знаешь, у тебя очень хорошая получится журналистка. А так как ты мечтала стать актрисой, иди на телевидение. И я пошла на телевидение. Была ли у меня, можно ли назвать это зерковой болезнью? Я считаю, ну, я по себе скажу, телевидение, оно, конечно же, коронует человека. Вот тебя видят все. Ты звезда. Зараз ця корона є чи немає? Я не работаю на телевидении уже. Але у багатьох, хто йде з телебачення, вона залишається поводиться. І мені сложно говорити про то, хто йде з телебачення. Коли я работала на телевидении, це було невероятне щастя для мене. Это была такая радость во всех смыслах этого слова. То есть я чувствовала, что моя мечта в какой-то степени осуществилась. Так, я не люблю торкатися особистого життя, але ви публікуєте світлини з особистого життя. Покажіть, будь ласка, фотографію з відомим актором Джерардом Батлером, будь ласка, дайте. Я не знаю, чи ви десь пояснювали, чи ні. Це... Фотошоп. Я розумію, що це фотошоп, але... Это просто хайп на фоне Батлера, что действительно есть певні, не знаю, почуття до этого актера. Я очень люблю фильмы с участием этого актера, и однажды я просто решила пошутить, это так понравилось моей аудитории, это так зашло, и я подумала, что это станет фишкой моего Фейсбука, и люди уже начали воспринимать это как серьезного персонажа в моей жизни, то есть они прониклись. На самом деле я очень люблю фильмы с участием этого актера, поэтому никакой любви к нему... Так, когда вас в месте бачить одну, питает, где же Батлер? Да, это так здорово, знаете, это такой невероятный юмор для многих людей. Вот это действительно разряжает обстановку. А как бы такая была возможность взять интервью у Батлера, было и могло быть лишь одно питание, яке бы поставили? Батлеру? О, хороший вопрос. Не знаю, Джеральд. Почему Том Круз приехал, а вы нет? Что надо сделать, чтобы вы приехали в один? Мы передамо цей запис Батлеру. У нас 2 хвилини, бліц питання. Да. Улюблений фільм з Батлером. По скрипту «Я тебя люблю». Угу. У мене інший улюблений фільм. Законослухняний. Да, мені теж дуже подобається. Громадянин. Журналіст чи чиновник? Ну, сьогодні чиновник. Радіо чи телебачення? Телебачення. АТВ, Круг, Репортер чи Академія? Що? АТВ, Круг, Репортер чи Академія? Я працювала на всіх 4 телеканалах. Один. Нет, я... Залишіть з цього списку лише один канал. Не могу, я работала везде. Окей. Легалізація грального бізнесу, за чи проти? Хороший вопрос. З определенными условиями. Створити окрему територію... Лас-Вегас. Лас-Вегас. Окей. По закону. Питання, яке я люблю ставити гостям, саме жінкам. Легалізація проституції, за чи проти? Хороший вопрос. Не знаю, у меня очень разбегается там, очень мнение разбегается. У меня чаша весов. В нынешних реаліях чаша весов. Порошенко чи Зеленський? Політика! Не могу оценивать. Я дякую вам. Такий ось видався ефір. Мені здається, глядачам мало сподобатись. Я надіюсь. Спасибо, Евгений. Давайте подивимось на результати. Як думаєте, як проголосували наші глядачі? Не дивіться, будь ласка, я вже подивилася. Ай-яй-яй. Ну, ви самі бачите. Наші глядачі, 88% вважають, що Юлія Нікандрова покращить роботу служби. Я думаю, це величезний аванс для вас. Звісно, все залежить від того, скільки людей позвонило. Я дякую вам. На жаль, не всі питання встигли поставити, але я думаю, це не остання наша зустріч. І хотілося б, аби ви були відкриті для ЗМІ. Знаєте, як часто буває, коли журналіст йде займатися чиновництвом, то він закривається від ЗМІ. Даєте згоду на те, що будете відповідати на всі дзвінки, на запрошення на ефір. Ви знаєте, у мене скоро прес-служба організується. Чого ні? Буде свободне час, от я прилетіла, зараз повернуся на роботу.
Я дякую вам, Юлія Нікандрова, виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Одеської міської ради, була гостею цієї інформаційної години. Спасибі вам. В рамках анонсу хочу сказати, що завтра на 7-му телеканалі, починаючи з 19-ї години, дивіться великий телеміст зі Львовом. Ток-шоу-прожектор буде влаштовувати телеміст з ток-шоу «Говорить Великий Львів». Буде цікаво. Мене звати Євген Салтан. Далі передаю слово своїй колезі. Олена Крилатова вже готова ознайомитися.